Так, итак, следующая сводка, где мы попсу будем заморачивать, где мы будем сводить ее. Для этого в одном треке мы ищем место, где же мы вклинимся, а во втором треке ищем, с чем же мы будем в это место вклиниваться. Итак, у нас два трека. Первый, это который будет играть, это трек Crazy от Pitbull и Lil Jon. А здесь у нас трек Динамит. Ну, название трека Динамит. Автор Тайо Круз. Вот, почти как другой Круз. Окей. В первом треке у нас под конец трека идет довольно интересно. Вот, у нас вот в этом месте, тут оно где-то длится, вот это вот. Вот это место, вот это как бы часть трека, она более-менее однообразная, здесь минимум вокала, какая-то там отдельные какие-то фразы. Вот здесь можно вклиниться. Здесь будем вклиниваться, здесь петлю не ставим. А в этом треке, который будем выводить, в треке Динамит, мы поставили петлю на участок, где вокала нету. Что мы делаем? Когда играющий трек дойдет до этого места, вот до этого, мы запускаем этот трек, бит в бит. Вот, подравниваем и потихоньку начинаем его выводить. Делаем чуть быстрее, чем в хаосе, потому что времени не так много, как в хаосе. Итак, поехали. Ну, скорость, соответственно, я уже подобрал, так что это вы будете делать, пока играет этот трек, вы скорость этой петли подбираете. Очень просто, на самом деле, подобрать скорость петли, когда играет этот трек. Вот, она у вас постоянно по циклу. Трек может играть, и у вас петля так и минуту или две будет играть синхронно с этим треком. Итак, поехали. Нормально, быстренько прошлись. Я здесь использовал горячие метки. Одна у меня горячая метка была, это была метка петля, то есть с помощью нее я запустил бит в бит в нужное место. Вот, вторая метка у меня была на начало трека. Вот. Это у меня как бы метка петля. То есть что значит метка петля? Это вы не только когда нажимаете эту кнопку, у вас не только она возвращается на определенное место, но и также зацикливается на определенное количество ударов. Это вы все настраиваете предварительно в тракторе. Вот эта же метка, вторая. Было поставлено на начало трека, потому что сама петля, которую я выводил, с помощью которой я сводил эти два трека, она сделана в конце трека, то есть я не мог просто взять и выйти из петли. Вот эта петля, она в конце трека. Она была в конце трека. Почему? Потому что в начале я не нашел никакого интересного момента, с которым можно было вклиниться в играющий трек. Тут идет чуть-чуть пробитовочки и сразу вокал так. Поэтому я решил найти какую-то перебитовку без вокала и все, и вклинился. Вот такая вот сводка, это опять-таки из вида сводки, когда вы сводите попсу. То есть, как вы видите, попсу можно сводить.
треки должны быть чуть-чуть по скоростям, ну, как в одном скоростном диапазоне, вот, лежать, и все, в принципе, тот же принцип, только надо, опять-таки, петли, то есть, так как треки не подготовлены, вам нужно искать места, где можно вклиниться, как можно свести, вот, окей, сейчас будет еще одна сводка.